Ночью 18 марта с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российскими средствами противовоздушной обороны ракетная атака по мирным жителям города была отражена. Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожья, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены. Особо хочу подчеркнуть, что Мелитополь живет обычной жизнью. Работают магазины и общественный транспорт. Российскими военнослужащими в город ежедневно доставляется гуманитарная помощь, о чем неоднократно рассказывали и показывали представители средств массовой информации. Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины.